во-первых, Украина и это Россия, это одно и то же, потому что и там живет один народ. То есть мы разделенная нация, так же как ФРГ, ГДР, по политическим соображениям. Но даже дело не в этом. И Россия, и Украина – государства, управляемые извне. Причем Украина в большей степени. Это означает, что не Россия там куда-то Украину отпустила, а просто изменилась геополитическая ситуация, и Украине приказали двигаться в сторону ЕС. Подобно тому, как в свое время Украине сказали, ну-ка быстренько избавьтесь от ядерного оружия, и Украина «есть» сказала. Также она сказала сейчас «есть». То есть это не ее решение. Это решение колонии в отношении курса, который определяет внешнее управление. Аналогичная ситуация в России, просто в меньшей степени. То есть решение проблемы и решение такого рода Украины означает, что Украина переходит в стадию тотального обнищания. Да? То есть она становится в Европе только одним вещом – поставщиком рабочей силы, причем третьего уровня, такой рабской рабочей силы, неквалифицированной. И с другой стороны, это рынок, который будет потреблять европейские продукты. Сочетание этих вещей приведет к резкому обнищанию населения Украины, но это не их решение, не людей. Это решение приняли, не надо проигрывать войну в 91 году было, тогда не выполняешь решение победителей. Соответственно, спасение из этого вопроса и в России, и в Украине одинаковое. Это восстановление суверенитета наших стран, территорий, а восстановление суверенитета автоматически приведет к воссоединению наций, то есть сформированию единого государства. То есть спасение Украины не в том, что в России кто-то говорит, что ее надо держать, а в том, что Украина должна сбросить иностранное ярмо. Так же, как и Россия. И об этом говорил Путин. Поэтому, в отличие от Украины, все-таки в России есть Путин, как лидер национального освободительного движения, поэтому мы ближе продвинулись в этом вопросе. Но дорога одинаковая. Свобода нашей Родины, как и в 1941-1945, ничего не поменялось.